Улыбки, слезы, грусть и гордость. Каждый сегодня пришел на площадь с разными эмоциями. С такими же разными, как судьбы людей, чьи портреты они бережно держат в своих руках. За каждой этой черно-белой фотографией своя судьба и наша общая история. Пришла с мужем. Здесь мой сын, мой внук. Воспоминания. Без слез нельзя. Это надо помнить всем, чтобы никогда не повторилось. Что такое День Победы? Это значит, нет войны. А это мы с одной всей семьи. У нас здесь целый полк. Вот это вот здесь это мои дяди. Два брата, сестра. Вот мой дедушка Хайрушин Газиз Халимович. Мы все пришли почтить память их, воспоминания, чтобы остались у наших детей тоже. Герои сегодня ласково смотрят на нас с уже потускневших снимков. И глаза, и улыбки навсегда в памяти. Их черты мы переняли. И вставая в строй, как будто выражаем свою благодарность. Мой дед Абдукадыр Смагулов ушел на фронт в 41-м и встречал победу в 45-м уже в Берлине. Дважды он чуть ли не погиб, так как был тяжело ранен. К сожалению, он ушел из жизни, когда я была еще совсем малышкой, и нам так и не удалось поговорить по душам. Но я очень им горжусь. И сегодня, шагая в этом строю, я чувствую, как будто мы идем с ним плечом к плечу. И эти эмоции просто не передать словами. С такими же непередаваемыми эмоциями в строю шагают тысячи горожан. В руках их портреты полковников и лейтенантов, моряков, летчиков и артиллеристов, наших родных. Сегодня здесь и те, кому от родных людей не осталось даже и фотографий. Их близкие погибли на полях сражений, и место их гибели до сих пор никому не известно. Но сегодня их потомки здесь в дань памяти, их подвигу. Ведь бессмертный полк – это шествие, где каждый и вздох посвящен нашим героям, которых мы никогда не забудем. Алтыншаш Смагулова, Влад Шишко, телеканал Алматы.